Каждый криминальный бизнес в «Мафия 3», с точки зрения игрока, состоит из целого ряда разнообразных и непостоянных задач. Все возможные действия игрока в открытом мире связаны с главной линией того или иного криминального бизнеса. Игрок выбирает, что и как ему провернуть, чтобы навредить местному бизнесмену и заставить его вытащить свою задницу и разобраться с нагрянувшей проблемой. Например, вот такой момент. В одной из локаций на стройплощадке Линкольн может поговорить по душам с местным прорабом и выудить у него нужную информацию о том, как же тут все устроено. После этого для Линкольна откроется несколько новых заданий. Мы тщательно смоделировали механизмы деятельности мафии и, в частности, ее влияние на жизнь города. Разными частями города управляют разные боссы. У них есть ширмы, легальные компании, под прикрытием которых они отмывают свои деньги и проворачивают другие темные дела. У каждого бизнеса есть силовое крыло, или крыша, которое защищает его и надзирает за его работой, подчиняясь людям целым аркану. Перебив головорезов, вы нанесете бизнесу существенный урон, так он будет менее эффективно работать. Поскольку история каждого игрока уникальна, мы не настаиваем, чтобы вы обязательно перебили головорезов. Но это имеет смысл. Те, кого вы не успели убить, отступят в убежище, и когда вы будете его штурмовать, сильно осложнят вам задачу, заставив пожалеть о мимо пущенной пули. Гораздо целесообразней найти и убить этих ребят по одному в открытом мире, где они заняты своими повседневными делами, а не разбираться со всеми и сразу в убежище. Во-первых, вы упростите себе штурм, а во-вторых, узнаете и увидите больше. Ролик озвучен студией ArtVoice.